10 крутых игровых компьютерных мышек на AliExpress. Номер, название модели, средняя стоимость, ссылка, лучшие беспроводные мышки с AliExpress 1300 рублей. 2220 рублей, 3600 рублей, 4600 рублей. 5900 рублей. Лучшие проводные мышки с AliExpress 1500 рублей. 2500 рублей. 3600 рублей, 4900 рублей, 5800 рублей. В данной подборке мы постарались собрать наиболее популярные модели. Если у вас есть свои варианты крутых компьютерных мышек на AliExpress, кидайте в комментарии. Дополню ими эту подборку. Короче, на вкус и цвет. Размер и форма контроллера также индивидуальны для всех. У кого-то вообще есть единственная, счастливая мышка, с которой он тащит всех и вся. Существует мнение, что беспроводные компьютерные мышки тупят и не подходят для игр. И поначалу это было правдой, время отклика у них было ниже, чем у проводных, а иногда соединение с компьютером и вовсе пропадало на какое-то время. В общем, для активной игры они подходили гораздо хуже. Но технологии не стоят на месте, и сейчас таких проблем у беспроводных мышек нет. Хотя некоторые геймеры до сих пор избегают их. Но тут скорее дело вкуса. Вообще, мышка очень важный аксессуар для геймеров. И дело не только в том, как она выглядит. Тут важны такие параметры, как разрешение или скорость мышки, технология подключения к компьютеру, тип сенсора, количество кнопок и так далее. Эти параметры могут существенно повлиять на исход вашего сражения в кибервойне. Подборки для геймеров продолжаются. Сегодня мы рассмотрим 10 лучших игровых мышек с AliExpress. Проводных и беспроводных, с подсветкой без нее, с дополнительными кнопками и без них, на самые разные вкусы. Лучшие беспроводные компьютерные мышки. Беспроводные мыши стремительно набирают популярность как среди простых пользователей ПК, так и среди геймеров. Как я писал выше, сейчас они уже ничем не уступают своим проводным сестрам. Да и вообще, беспроводные технологии захватывают мир. Для подключения такой мышки вам достаточно подключить к своему ПК или ноутбуку Bluetooth с приемник, и все заработает. Оптическая мышка MSLM 500-1800BK. Одна из самых продаваемых беспроводных моделей на AliExpress. Довольно простая и эргономичная модель без большого количества лишних кнопок, подсветок и прочего. При всем при этом выглядит она вполне стильно. Да и цена на нее находится в районе 300 рублей. Мышка имеет надстраиваемый DPI. А от 800 до 2000 точек на дюйм, а радиус ее работы до 10. Работает она от 2 ЭА батарей, которых хватает в среднем на 6 месяцев, как указывает продавец. Из особенностей MSLM 500-1800BK можно выделить наличие двух моделей, со стандартным звуком нажатия кнопок и беззвучный вариант. Если вас раздражает постоянно клацание мышки, то беззвучный MS отлично вам подойдет. Хотя большинство людей относятся к этим звукам вполне нормально. Zafuga W011 с 6 кнопками. Из особенностей данной мышки можно выделить наличие 4 дополнительных программируемых кнопок. Также здесь есть возможность настройки DPI. Радиус работы 10 метров. Работает на батарейках. Цена данного девайса чуть больше 200 рублей. Лазерная игровая мышь Rappu MT750S. Rappu MT750S – одна из самых популярных лазерных беспроводных мышек на AliExpress. По сравнению с оптическими, лазерные мышки имеют более высокую точность позиционирования и лучшую скорость, что крайне важно для гейминга. К тому же они прекрасно чувствуют себя практически на любых поверхностях, в то время как оптические мышки все же лучше использовать со специальным ковриком. К тому же Rappu MT750S поддерживает более современные версии Bluetooth 3.0 и 4.0, что опять же сказывается на более высокой скорости работы. Работает устройство от аккумулятора на 450 мАч, 8 программируемых кнопок и регулируемый DPI от 600 до 3200 точек. Но есть у нее и один недостаток, это цена в 3500 рублей. Хотя стоит отметить, что все лазерные мышки существенно дороже оптических. YMZ3WZY80 1846 секунд подсветкой. Данная мышка имеет 7 вариантов, регулировку оптического разрешения и 4 дополнительных кнопки. Ресурс кнопок составляет 20 миллионов нажатий, так что прослужит мышка долго. Из недостатков можно отметить вес данной мышки в 120 грамм, что многовато для подобных устройств. Sunrose 7 клавиш и RGB подсветка.
Sunrose – отличный вариант для любителей футуристичного дизайна и RGB-подсветки. Светится данная мышка не хуже новогодней елки. Кроме того, у вас будет 5 дополнительных кнопок регулируемой DPI. И до 1600 радиус работы до 15 метров. Также вы сможете забыть о замене батареек в данной мышке, работает она от аккумулятора. Так что ее можно просто зарядить. Ресурс кнопок 10 миллионов нажатий. Собственно, это были 5 лучших беспроводных мышек с AliExpress. Конечно же, там есть уйма других моделей, но отличаться они будут разве что по дизайну и подсветке. Найти что-то конкретно под тебя не составит труда. Ну а мы переходим к проводным мышкам. IMES WM5000X7 – лидер продаж. При этом средняя стоимость данной модели в районе 500 рублей. Она имеет неплохой дизайн с умеренной подсветкой, которая не будет слепить вас вечерами, 7 кнопок, некоторые из которых вы сможете программировать и регулируемый DPI от 1600 до 5500. Так же, как у беспроводной IMES, здесь доступен вариант с бесшумными кнопками. Hongsun THSA89 – стильная мышка эргономичным дизайном без излишеств, для тех, кто не любит всякие футуристичные навороты. Подсветка здесь также в небольшом количестве, чтобы не превращать устройство в гирлянду. При этом на мышке расположено 6 кнопок, включая кнопки, регулирующие DPI. AI в диапазоне от 1200 до 3200 точек на дюйм. TWLFV6V в данном случае все наоборот. Большое количество подсветки, различные вставки и вырезы придают данной мышке максимально необычный внешний вид. И судя по продажам, нашлось довольно много ценителей такого стиля. Кстати, стоимость этой модели всего 550 рублей. В остальном же набор функций тут ничем не примечательный, 6 кнопок и регулировка DPI. Из недостатков можно отметить вес данной мышки. Он составляет целых 150 грамм, что делает ее достаточно тяжелой. Razer Ditadir – довольно популярная модель от известного бренда. Стоит около 2000 рублей, что примерно на 1000 дешевле, чем в большинстве российских магазинов. При этом большинство пользователей вполне довольны покупкой и заявляют, что девайс оригинальный и легко определяется как на сайте Razer, так и в программе Synapse. Razer Ditadir имеет сдержанный эргономичный дизайн, 5 программируемых кнопок и 6400 DPI. Ресурс работы до 10 миллионов кликов. Deluxe M625 – проводная мышка с рекордным по заявлению продавца DPI. AI в 12 тысяч точек, а со специальными драйверами до 24 тысяч хз, зачем столько? В остальном мы имеем простой дизайн без наворотов и излишеств, RGB-подсветку, особенно классно выглядят передние сопла и 7 кнопок. Ресурс также – 10 миллионов нажатий.